И всем снова привет! Может быть, вы видели уже у меня пост в сообществе, ну а если кто не видел, сейчас узнают, про что будет ролик. Ролик будет про распаковку посылки с сайта AliExpress. Да, про это я уже написал в посте в сообществе. Ну, не будем терять время зря и откроем ее. Так. И у нас тут вот такие вот амнямчики. А, блин, вот только проблема. Я их всех разных заказывал. Договаривался с этим, с продавцом, писал ему там можно было. Что-то положил тех, кто просил. Тут он из тех, которых я просил, всего одного положил. Да и то их двух одинаковых. А, нет, это разные. Разные два. Так что, ладно. А вот этих вот двух я, вот даже трех я не просил. Эти вот опять, вот эти вот два одинаковых есть. Их я не просил. Этого шапки я тоже не просил. Блин, немножко косяк тут вышел. Может, потом куплю еще раз. Я потому что хотел еще купить амнямы, который просто открывает рот, и амнямы, который жует. Просто. У меня есть еще вот такой вот амнямчик. Во. Это тоже из той же серии, просто обычный, самый. Ну ладно, такие, может быть, тоже куда-нибудь пригодятся. Так-то... Да, у этого только краска слезла с глаза, надо будет подкрасить немного. Спросите, для чего я их покупал? Для еще одной анимации. Да, только если я ее буду снимать, то она у меня будет не скоро. А, ладно, скажу вам. Это, конечно, будет небольшой, может быть, спойлер для кого-то. Но скажу, какие у меня будут анимации. Первая моя анимация, над ней сейчас уже работает. Это просто тупо драка ниндзя из мультика Ниндзяго. То вторая анимация, это будет Клара Свендрину. Да, я сейчас работаю над ее мини-фигуркой. И скоро, возможно, выпущу видео, где я ее делаю. А вот третья уже про меня. Ну, какая именно будет анимация, какие именно там у него приключения будут, я говорить не буду. Ладно, возможно, заставлю его открывать рот пока тогда с помощью фотошопа. Жалко, конечно. Этих-то всех можно не обязательно, меня самый главный интересовал тот, что рот открывал и жевал. Ну и ладно, эти тоже пригодятся. Только вот жалко, один одинаковый. Ничего страшного. Так что вот такие вот амнямчики. Да, если вы не знаете, такие монстрики — это из игры Кадзероп. Есть игра такая на Android. Может быть, играли. Там леденцы висят на веревках. Ты их должен перевязать, и леденец вот этому самому амням летит в рот. Он его должен съесть. Такая вот штука. Ну... Ладно, сегодняшний обзор, думаю, подходит к концу. В следующий раз что-нибудь еще эдакое сниму, потому что я тут еще кое-что на AliExpress заказал. Уже гораздо прикольнее. И, между прочим, сегодня мне этот товар уже отправили. Остается только дождаться, пока он мне придет. И тогда будет еще один обзор. Ну а пока все. До свидания.